Всем привет! Мы вот-вот уже въедем в Черкассы. Алиса всю дорогу проспала и только сейчас проснулась. Надеюсь, спокойно уже долежит до дома. Все, мы приехали домой. Здесь действительно очень много снега. Мы даже подумываем машину во двор. А? Ой, да, скользко. Давай лучше в тук. Чё шарик не встречает? Представляете, Настя нас не дождалась и уже уехала в Киев. То есть пока мы ехали сюда-обратно, она ехала нам навстречу в Киев. С подружкой. Короче, я сейчас на лопату, да, я так поделаю? Наверное, да. Но сначала вещи надо позаносить. Капец. Да уж. Да уж, да уж. А снег еще и мокрый, сейчас он тяжелый. Надеюсь, он дома. Джета, ты курицу несешь? Я не могу, смешная. Верная своей курице при любой погоде. Вот у Шарки. Ах, Шарко, ты дома сидишь, ты хитрый, да? Привет. Привет, Шарочка. Привет, малыш. Ух, ура, мы дома. Алися, мы дома. Ты в свое царство попала. Девочка, сразу кусить? Пандочка! Так, все, оставляю вас, я пошел. Тут отличная новость. Настя нашла Милку, нашу хомячиху, черно-белую. И посадила уже ее в клетку, чтобы она заново не убежала, потому что она здесь все прогрызла. Вот, будем с Костей как-то менять, что-то делать другое. Вот эти деревяхи или закрывать чем-то. Как-то у нас жили-жили хомячки, и никто не выбегал. И тут вдруг вот так вот раз и сбежала. Настя сказала, на кухне вас ждет сюрприз. Посмотрите, какой прикольный сюрприз. Класс, наверняка об этом будет видео на ее канале. Если она его выпустит раньше, чем я, то я вам ссылочку оставлю в описании. Такие какие-то праздничные кексы она тут делала с подружкой. И вот такие красивенные печеньки еще лежат в тарелочке. Сколько же они потратили время на то, чтобы так их расписать. Лисюшка. Лисюшка пропотела в дороге. Жарковато ей было. Но она спала, поэтому я не могла проверить. И, конечно, сразу бросилась к своим игрушкам. Малышарики твои, да? Малышарики, это кто? Скажи, крошик? Да? Кто там еще есть? Барашек есть. Ёжик это, да? А где Нюшенька? Где Нюшенька? А ну найди Нюшеньку. Нюшеньку оставила, да? О, это еще что за мешок от Деда Мороза? Что сюда Настя напихала? Мягкие игрушки зачем-то туда напихала. Любимый ящик. Давай его поставлю на место. Будешь у него залезать. Все, сразу в ящик. Давай с тобой вместе подвину. Вот так. Всегда села и закричала. Так всегда и делает Алися. Лампочка там, да? Любишь эту лампочку? Она, конечно, необычная. Смотрю, тут стоят игры настольные новые. Это Настя распечатала посылку. И, скорее всего, тоже на своем канале их показывала. А это подарок Алисе на Новый год. Барабан. Костя заносит пакеты.
А Шарик и не собирается на улицу. В уголок лег. И все, ему не нравится, когда так много снега. Я бы Косте помогла позаносить вещи, но я с Алисой. Ее одну никак нельзя оставлять. Она у нас такая. Уже за одну минуту куда-то влезет. Да, Татя? Молись. Дед Мороз не дает пройти, да? Так глянула на него смешно. Я так испереживалась за эту хомячиху, потому что Настя мне говорила, что в тот момент, как она пропала, дома гуляли две кошки. Ну, Маха, понятно, Маха всегда внизу гуляет. Вот. Жива-здорова, Милка. Напугала всех. Взяла и сбежала, да? Милка. Такая смешная, она всегда на задние лапы становится. Привет, беглянка. Алиса уже дернула на второй этаж. Ты на батут бежишь? На батут, небось? Ой, бежишь, да? Ой, сколько тут всего без тебя пропадало. Костя, даже не раздеваясь, бросился расчищать снег. Ищет меня, ищет. Откуда звук? Второй этаж. Где голос? Откуда голос? Нашла аппарат? Да, нашла, спасибо. Вот так у нас засыпало гараж, видите? Вот так двор. Пока я выглянула в окно, Алиска уже успела запрыгнуть на батут. Ой, ой, ура, вернулись домой, боже мой. Аккуратно. Батут. Ух ты. Попрыгала, попрыгала. Прыг-прыг. Малыш. Она точно так же прыгает на полу, если что. Кто будет говорить о вреде батута? Нет никакой разницы, потому что она точно так это делает. Не на ногах, а вот так вот, садясь на попку и подпрыгивая. А по батуту на ногах она только бегает, не умеет еще прыгать. Ах ты, мы дома, да, Майскин? Она, наверное, будет думать, что мы всегда жили в этом двухэтажном доме. Она ж не знает, что у нас квартира небольшая и что он съемный. Она уже к нему привыкла. Давай, придержу, давай. Потихонечку, не спеша, вот так. Свои способы, как вылезти, как пролезть. Да, малыш? А пианино свое помнишь? Так, поздоровайся. Со всеми поздоровалась, да? Все мы помним. Лялечка, пойдем переодеваться? Идем? Памперс менять, переодеваться, кусать кашу. Шариках не было, да? Ну давай. Все свои места надо проверить, во всех побарахтаться, поваляться. Конечно же. Подушка здесь что-то делает, да? Давай ее заберу. Ну, барахтайся. Барахтайся! Давай более эмоциям. Доченька, пойдем переодеваться, солнышко. Все, мы с Лисочкой переоделись и пришли с нашими кисами здороваться. Кисы наши, да, малышка, привет. Маська, Масянька, это Масяня, Алис, малышка.
Скучала по нашим кисям, да? Скучала по нашим кисям? Иди погладь кису, иди. Масянечка. Масяня, киса хорошая. Алиса с малышкой взаимно побаиваются друг друга. Алиса и хочет погладить, но боится. И малышка Алиса всегда боится. Махочка, мах, махунька, мах. Хоть посмотрю в окно, что там во дворе делается. Ну так еще сравнительно ничего. Мы сейчас с Алисочкой откроем игрушку новую. Да? Смотрите, какая у нас есть игрушка. Пирамидки будем строить. Пирамидка? Смотри, какая. А еще тут сверху ставится обезьянка. Пирамидка высокая. Да? Высокая? Вот так, можно ее уменьшить. Бу-бух, развалилась. Бу-бух. А еще можно вкладывать, как ты любишь, смотри. Раз, два, три. Вот так. 4, будем заодно считать, учиться. 5, 6, 7, 8, 9, 10, аж 10 штук.